Бизнес-идея за 48 часов. В Алматы завершился международный конкурс инновационных идей «Hack Day». Это крупнейший в СНГ ежегодный фестиваль, где молодые специалисты в креативной и неформальной среде превращают свои идеи в работающие стартапы. Ежегодно «Hack Day» проходит при поддержке Акимата города, Казахстанского университета информационных технологий и общественных организаций. И вот впервые за все время существования он прошел в новом формате – онлайн. Все подробности узнаем у Татьяны Ким. От идеи до реализации. За максимально короткий срок конкурсанты представили свои бизнес-идеи и выполнили задания от жюри. Участники работали как в команде, так и самостоятельно. Возрастных ограничений нет. В этот раз заявку на участие подали свыше 1500 человек. Это школьники и студенты из Казахстана и других стран. На площадке фестиваля действуют три секции – информационные технологии, кино и видео, дизайн и анимация. Победители ждут денежные призы и специальные награды от спонсоров. Основная цель – это встреча работодателей с выпускниками, вообще со студентами. И вот общие темы – увидеть уровень студентов, возможность привлечения к выполнению проектов. То есть это профессиональная площадка. Международный фестиваль «Hack Day» стартовал 20 апреля. Так как он проходил в онлайн-формате, все задания и консультации от спикеров, среди которых известные казахстанские и зарубежные журналисты, телеведущие, продюсеры, режиссеры, IT-специалисты, можно было посмотреть на сайте фестиваля и в социальных сетях. В каждой секции по два приза – денежные для всех и обучение наград в Международном университете информационных технологий. Это для школьников. На днях были определены победители. Так, одной из них стала студентка Аружан Таубалдиева. Она уже во второй раз подряд становится победителем «Hack Day». В этот раз Аружан представила проект по брендингу. Говорит, на разработку ушло около недели. В команде было 3 человека. Мы выбрали брендинг нашего университета, потому что мы хотели за нами что-то ставить, чтобы наш проект был полезным даже после этого конкурса. «Hack Day» — это не просто фестиваль, это настоящая бизнес-площадка, которая объединяет в одном пространстве креативных людей, которые могут обмениваться опытом. Участие в фестивале дает возможность казахстанским школьникам и студентам получить практический опыт и реализовать проект под руководством опытных наставников. Неудивительно, что количество участников «Hack Day» растет с каждым годом. Если в 2011 году в фестивале приняли участие всего 396 человек, то в 2018 уже более 3000. Татьяна Ким, Валерий Таубалдиев, телеканал «Алматы».